По-сибирски морозные выходные 10 и 11 января прошли под знаком соревнований по конькобежному спорту. На катке спорткомплекса «Красная звезда» прошли открытое первенство Омской области и зональное первенство России. Конкуренцию омским конькобежцам составили спортсмены среднего и старшего возрастов из Барнаула, Иркутской, Томской, Кемеровской областей, а также Краснодарского и Хабаровского краев. У нас традиционно поддерживаем, так сказать, высокий уровень. Наша спортивная школа, которая все сейчас осуществляет подготовку, проведение соревнований, под эгидой Министерства и Департамента, и Федерации Союза конькобежцев Омской области. Традиционно мы в десятке сильнейших в России. Борьба за быстрые секунды на подготовленном омском льду проходила на 5 дистанциях – 500, 1000, 1500 метров, а также 3,5 километров. В разгар зимнего сезона участники уже успели преодолеть стартовый этап первенства России и помимо уровня своих конкурентов оценили и персональные возможности. Ведь прогресс и результат – маленький шаг к Олимпийским играм, о которых мечтают все спортсмены. Занимаюсь уже 6 лет. Конечно, все хотят на Олимпийских играх выступить. Пытаюсь соревноваться со своей командой, в первую очередь. Во-вторых, тут есть из Иркутской, Алтайский край сильные девочки. Зимний сезон с его насыщенным расписанием держит спортсменов в постоянном тонусе. Ведь за преодолением скоростных поворотов в Омске близится Кубок России в Челябинске. Туда отправятся ведущие спортсмены региона и главные претенденты на медали – Кравцов и Семин.